Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, ну, догадываетесь уже, да? Фирма Петерсон, я Эдвард Петер, и сегодня воскресенье. Но, тем не менее, я хотел бы поработать в том плане, чтобы, используя те знания, которые я сам себе преподал, сделать сегодня несколько картинок уже прямиком на сток, то есть не обучаясь ничему, а просто используя эти знания. Посмотрю, сколько я успею сделать. Сейчас 8 утра, ну, я думаю, что 5, наверное, я смогу потянуть. Чтобы вы не скучали, да, потому что это все одно и то же, в общем-то, только, ну, рисунки разные, я их буду рисовать. Я это пропущу очень быстро, то есть это видео не обучающее, это видео показывающее, в общем-то, что можно сделать за 2 недели, подучить Illustrator и какие картинки можно уже с этими знаниями делать. То есть, кто хотел бы сейчас чему-то обучиться, выключайте сразу. Это просто вот на посмотреть. Итак, я начинаю.
Ну вот, дорогие друзья, я закончил. Дело в том, что прошло с 8 до 4, 8 часов, нормальный рабочий день. Я успел сделать 3 картинки. Это мало, это, конечно, мало. Ну, не хватает еще скорости. То есть очень много приходится переделывать. Но вы заметили, что я не делаю репликаты. Я постоянно делаю что-то новое. Таким образом я учусь. Что касается учебы, мне задают вопрос о том, что где взять для начинающих и так далее. То есть я вижу, что вы сталкиваетесь с трудностями следовать вот этому моему быстрому курсу. Но я вам скажу так, что в принципе можно бы сделать в Skype, в Skype можно было сделать конференцию, допустим, да, где вы бы пришли и позадавали свои вопросы, потому что в Скайпе я могу показать экран. Я могу показать, это не лайвстрим, да, как в Ютубе, а в Скайпе я могу открыть экран и на вопрос сразу ответить. Ну, если смогу, конечно, именно для вопросов те, которые мы с вами вот за это время прошли. Так что, если есть желание, отметьтесь под этим видео, скажите «здорово» или «не, ну и нафиг», или еще что-нибудь. Ну, чтобы я знал. И я подумаю, как это сделать. Я еще не знаю, как это делается, но я подумаю, я думаю, что решение таковое есть. Такая конференция, я думаю, что предоставляет Skype. Ну, на этом я с вами, друзья мои, попрощаюсь. Всего вам доброго. Я сейчас эти картинки поставлю все три. На шаттере, на фотолио. А с вами действительно пока.